Всем добрый вечер. Куплет Андрей Невский. Сегодня на память для того, что вы делали. Сюда надо. Ага. Ну вот выход, положение, удержание поперек. Рука под головой. Вот отсюда, да? Вот отсюда партнер меня толкает в шею. Вот отсюда. Да? И мы отсюда показывали раньше, как контроль. Убираю ручку. Увожу подмышку. Контроль. Контроль. И вышел на контроль вот сюда. Тут хорошее контрольное положение для ударов, для просто партнера держать, да, головушку отрывать, да. Но бывает такие усилия у человека, что он руку мою почти сбивает вот сюда. Вот она уходит сюда. Я чувствую, что скоро он мне уйдет, поэтому отсюда, прижимая как бы его максимально, вожу ногу вот сюда и выхожу на него вот сюда. Подтягиваю отсюда, поднимаю правое бедро, забираю подмышкой ручку отсюда. И начинаю делать отсюда рычаг локти. Вот отсюда он меня отталкивает, руку убрал, прижимает к ковру, отключил голову и вышел вот сюда. Руку он может мою сбивать, да, я чувствую, что он забьет. Поэтому вес тела перебросил вот сюда. И контроль. Могу прихватить, упираюсь. Подбираю ручку отсюда. Вот сюда. И прижимая подмышкой, прогибаясь вперед, ломаем отсюда. Да. Вот отсюда. Включаем. И ломаем ручку. Все положение. Задача сидеть на нем. Не над ним, а на нем. Также мешаю там. Могу забрать просто локти. Ухожу вперед, ломаю ручку. Вот такое движение просто сделать для себя, чтобы не забыть. Спасибо, удачи.